Тёма, что это такое? Наверное. Смотри, поддерживай. Это прайд? Нет. Что это, ребята? Это медбак. Это сабвуфер. Короче, чтобы без мата, говорить без мата, блядь, не получается, да? Это, короче, ебаный пиздец называется, это не сабвуфер. Вы видите, как я далеко? Вот в обхвате сабвуфер обхватить невозможно. Подержаться за это чудо. Сурен сейчас заехал, я говорю: Сурен, ты в ахуе? Он говорит: да, я в ахуе. Сурен, ну скажи пару слов, ты в ахуе? В ахуе. Тёма в ахуе, Денчик в ахуе, посадочника паника вообще, он когда это увидел. Это знаете, когда вот... Ёлку в дом приносишь, и кот, у кота паника начинается, он ничего не понимает. Вот тут в магазине все такие, когда мы принесли сабвуфер, они говорят: что это? Это, блядь, диван, что ли, новый? Нет, это не диван. Пиздец называется, это не сабвуфер. Вы видите, как я далеко стою? Вы меня когда-нибудь так далеко видели? Потому что не помещается в камеру, пришлось отойти. Я вот к вам сейчас подойду, вот так вот я обычно, вот, да? Вот он сабвуфер. Если, чтобы он поместился в камеру, просто надо отойти на, сколько здесь? На 2 метра. Вот в обхвате сабвуфер обхватить невозможно. Нет, это хуйня какая-то, надо по новой, да? Без вот этого вот. Короче, давай по новой.